Мечтаешь об iPhone 10, MacBook Air или PlayStation 4 Pro? Тогда переходи на сайт Runbox и выбирай любую понравившуюся коробку. Множество положительных и реальных отзывов. Быстрая доставка. Просмотреть все товары более детально можно на их канале. Выполнив простые условия, можешь получить бесплатную коробку. На Runbox появились пользовательские коробки. Создай собственную уникальную коробку, расскажи о ней своим друзьям в соцсетях и получи 5% от ее стоимости за каждое открытие. Я уже создал свою коробку. Что мешает тебе создать свою? Ступай по нашей ссылке в описании, там Runbox дарит 50 рублей на баланс и 20% бонусом при первом пополнении. Грустненько что-то, ребятки. Блядь, да. Помнишь это? Да. Я жалею. Нет. После концерта? Да, это так, что Башка была одна в G-Club. Он тебя поднял, как ты ему разрешил. Просто настроение хорошее. Мама. Было. Я только поебался и выступил. Получил бабло, и у меня было хорошее настроение. Странный видос прислал, вообще конченый, блядь. Проездной билет. Все, выключи, пожалуйста. Какие дауны просто. Я всем вот... привет. Ура. Москвичи. Будьте на чеку. Послезавтра увидимся. Сегодня ночью уезжаем в Москву. Завтра будем в эфире 21 Studio в 4 часа. Подключайтесь, послушайте, как мы угораем. И приходите на концерт обязательно. В Арбат Холл. Я еще не слушал ни одной заявки на Grand Beats. Думаю, между московским и питерским концертом сяду послушать. Про закрытую пати, кстати, я вообще о ней ничего не знаю пока что. Я не вру шкурам, я честный. Тецуманека матчес печ. На концерте будет узло, начиная со второго васаби примерно, до 6 единиц включительно. Будет пара новинок, пара треков с будущего альбома с Роуксом. Кстати, вот он. What up? What's up? Мы едем есть. Мы мчимся. Ну, хорошо. Семь куриц в моем телефоне. Не, на самом деле их больше. И они все подумали, что это не про них. Я больше чем уверен, так что все в порядке. У меня 41 размер ноги. Рукс в Авроре живет. В крейсере, ебать, прям с пушки хуярит по ночам. Ты нахуй живешь в Авроре? Круто сказать. Прикинь, там хату чисто. Да. Там охрана у тебя. Чуваки с мушкетами. Приходи на мой концерт и посмотри, как я не запыхиваюсь.
ура. Послезавтра концерт в МСК, да. 2 ноября. Строит за 2 дня до моего дня рождения. 4 ноября, чтобы все меня поздравили, мне будет 24. Начинаю стареть потихоньку. Писать. Ты что, музон слушаешь? Не-не-не, слушай, я спросил просто. Дорога как в Перми прямо. Проект со Стимом и Карандашом, это, ну, есть видео на The Flow в YouTube, где мы объясняем, что это такое. Советую посмотреть. Там все коротко и ясно. Ебать, мы мчимся. Ваня будет со мной вместе выступать. Он на весь тур, включая московский и питерский концерт, приглашенный у нас спецгость. Я смотрю на ютубе всякую хуйню, типа Геннадия Горина. Как чуваки угорают над феминистками. Смотрю иногда всяких летсплейщиков угарных. Смотрю видосы со студией. Все, что и остальное. На совместном альбоме почти везде мой продакшн. В Перми Ваня тоже будет. Ваня будет везде. Насчет Дальнего Востока я не уверен, но так, в принципе, практически во всех городах он точно будет. Фан-встречу провести. Ну вот я сейчас еду завтракать в галерею. Так что можно меня поймать там где-нибудь. Кто хочет фоткаться, сдаюсь. 7 единиц у C4. Да, иногда зашкварные истории смотрю. Геннадий Горин? Что? Геннадий Горин? Что Геннадий Горин? Смотри. Нет, на клик-клаке. Хули, Ваня, у тебя название альбома пиздит. Ты тупой. Ты тупой, заткнись. Заткнись, тупой. Хотел ему сказать, послушай трек «Риск и предубеждение», тебе все станет ясно, и понял, что его не послушать. Послушать ВКонтакте. Так он есть? ВКонтакте-то есть. А, он с Apple Music? Да, его просто сняли с площадок, с продаж. Господи, блядь, вафел ебучий. Как там ВКонтакте все есть? Блять, надо было риск. Надо было этот риск пихать нулевым треком, чтобы всем было понятно. Действительно. Ну или, не знаю, шестеренку послушать там. Внимательно. Ваня Рукс, я хочу от тебя детей. Ну, увы. Извини, это... я люблю Снежану Сэм. Ну и тем более это чувак с именем Стас писал. Стопудово Стас. И это не кайп. Там есть. Стасон не хочет от нас детей, мы уже его внуки. Вот и бладраловка классическая, вот в честь Харатс это слово и появилось.
В Омск привезу себя и Ваньку привезу. Омские девчонки, накиньтесь на Ваньку, когда он приедет. Это же крутой пацан. Теперь ему можно. Я не был, вот теперь ему можно давать вдвойне, короче. Если вы раньше не были мотивированы дать Ваньку, теперь у вас есть мотивация. К сожалению, ничего не выйдет. Пизда тебя. Не хочу эту хуйню больше слушать. Сейчас мы поедем. Это булки баранки. Ой, ёкарный бабай, что будет. Оля. Какой парень, какой замуж? Какой парень? Ваньку шалом. Антох, в Красноярске буду, да, наверное. Я думаю, да. Я еще не видел список городов, мы его узнаем попозже, где-то через месяц. Ой, блядь, ты сексуальный психопат, Вань? Ну, блин, возможно, да. Ты сексуальный психопат, реально, ты хочешь? У тебя вкусы очень специфичные. Да. Не буду, ладно, в эфире пародировать тебя. Спроси у Рукса, как развиваться в вашей индустрии, если нет возможности. Как это делал он? 24 часа в день. Читай рэп. Да. Все получится. И заселяйся со мной в хату. Шестеренка, это я записал. Это я. Да, я серп на 1.1488. А молот? Насколько? Молод я на 90%. Серп молод. Молодой серп. Я только что из чейна. Стрейрар чейн. Со всеми хочу сфоткаться. Насчет meet and greet'а. Вафел, который должен был делать концерты весной, проебался. Хочет избежать ответственности за всех кинутых на билеты. И это он обещал meet and greet. Meet and greet, который обещал я, пока что еще не анонсирован. Потому что я пока такого не обещаю. Но я подумаю. Phone the FaceTime. Yeah, we on Бабки talk, and I'm like, как ты, bro? Always on a rush. No time for coffee cup. And it's just how it goes. Family is first. Маша Хима красава. Мне не хватает пары вещей, чтобы очень серьезно начать делать музыку и получать с этого хороший результат. Треки на буржуйском, да, очень скоро на самом деле. Альбом Маркова нет, не чекал его еще. Я начал в 13 лет делать рэп. Блядь, что такое-то классические эфиры, блядь. Когда в мой город, ебаш фит Сокси, ну, прочая, да, хуета. Так будет всегда. Тут
что-то вот когда я не показываю лица, как-то поинтереснее эфир. Какая-то закономерность странная. У меня пока что классический эфир — это когда Royal Flow и как познакомился с Антоном. Mm-hmm. Вот это вот такие классические вопросы. Я один раз в самом начале отвечаю на него и все, потом. Завтра, не знаю, во сколько тебе подгонять в галеру завтра. Я буду в галере через минуты 2-3. Еще капает дождик. Да, чуть-чуть. Talking to Wally Ghost. Рук со мной познакомился в социальной сети «Мой мир», блядь, на Mail.ru. В далеком... восьмом где-то. Или девятом. В восьмом, наверное, да. Чтобы сделать, как отец его там, 0-8. Не, не из Питера, а из Казахстана. Плакшель, отъебись со своим тупым вопросом. Я видел его уже 3 раза. Ты спросил хуйню, поэтому я на нее не отвечаю. Да, чуть-чуть отрастил волос. 3 сантиметра. Алина, привет. Передаю тебе привет, Алина. Ну, типа, вроде как с випами мы фоткаемся, рисуем автографы. Так, по крайней мере, было всегда. Плакшили, ты не понял вообще смысл слова «букинг», в принципе. Да, слушал альбом Future Juice WRLD. 2 или 3 трека нормальных есть. Говнище полное. Пиздец, как мне не понравилось, я расстроился. Надо этих купить кассет для бритвы. Да, кстати. Мы уже иступились, если я все ебало изрезал, не могу никак побриться. От Лямыча привет. Лямыч тоже салам. Скукотища. Какой фильм посоветуешь? Веном. Блейза на диване не ждать. Сайфер — это круто, если пацаны умеют читать рэп на этом сайфере. У нас не так уж и темно, просто кажется из-за тонировки. Вот она, галереюшка. Да, мы держим путь. Спасибо за приятного аппетита. Приятного бон аппетита. Приятного бон аппетита. Или хип-хоп, привет обязательно. При любых раскладах. Я вообще теперь залетаю в будку и начинаю фристайлить трек.
из новых челиков, которых стоит послушать, вот этого пацана послушайте. Ваня Роукс, послушайте его. Моя девушка где? Ху-ху-ху-ху-ху. Рано еще вам об этом знать. Во всяком случае. Девян 2 будет, спрашивают. Слоупок. А можно где-нибудь здесь? Да, да, сейчас. Если боковал уход. Спасибо большое, до свидания. Ладно, короче, все, кто нас спалил, не обламывайтесь, подходите фоткаться. Мы пошли жрать. Всем хорошего вечера. Чао.